Мастер на все руки Джейсон сам по себе. Он делает решетку, чтобы с ее помощью укрепить дно лодки. Я укрепляю лодку, делаю ее более прочной. А его товарищи по команде, пользуясь свободой выбора, принялись за конструкцию корпуса. Следующая модель более традиционная. Здесь хребет лодки и ее ребра. Затем мы оклеим каркас картоном. Смотрите, как здорово. Но вот Джейсон вернулся к команде и не узнал уменьшенную модель лодки. Он недоволен. Вместо лодки мы строим профессиональное каноэ. Переднюю часть лодки, борта, надо сделать плоскими. Тогда ребра внутри отлично укрепят лодку. С такими изгибами лодку будет очень сложно герметизировать. Разрушители легенд. Кастинг.